Если вы сами не помолитесь, то не надейтесь. Где же священникам молиться? У них там полно. Где же им? Они протрещат молебен. Так же и обедню говорит, так же протрещат, даже такое выражение. Вы понимаете? Ну еще бы, у них сколько это? Представьте себе, корзина записок, и что вы думаете? Скажите, что? Почему я советую иногда на заочном секторе священникам говорю, слушайте, ну возьмите вы эту корзину записок, поставьте нам вон и обратитесь к людям. Вы видите, сколько? Так? Вы хотите, чтобы молитвы ваши были услышаны? Итак, давайте сейчас, сейчас, вот, в этот момент, каждый из вас, кто подал эти записки о поминовении, молитесь о них. Я буду молиться, вот видите, кладу руку на всю вашу корзину, о всех здепоминаемых. Я буду молиться, и вы будете молиться, а не читать имена. Они Богу и так известны. Все бы молились, вы подумайте. Это ж неслыханное дело. Вдруг в храме все молятся. Небывалое дело. Почему небывалое? Тоже слышат так. Мое имя Ивана Заблудшего. Кажется, помянули. Ужас какой. Вместо молитвы.